Жертв мастера «Золотые руки» ищет витебская милиция. Мужчина, чье фото сейчас на экране, задержан. Его подозревают в тайном хищении имущества и любви к чужим вещам, особенно золотым. По информации местного УВД, в клубах, барах, ресторанах этот человек заводил знакомства с нетрезвыми дамами. Предлагал выпить далее, например, кофе в другом менее шумном заведении, например, придорожном кафе на заправке, где уже кавалер подмешивал в напиток спутницы одурманивающее вещество. И, пользуясь беспомощным состоянием женщины, снимал с нее все золотые украшения. Затем ухажер ловил попутную машину и отвозил жертву домой. Адрес заботливый жулик узнавал в процессе общения. Мужчина доводил своих подруг до дверей и исчезал. При этом ни мобильные телефоны, ни кошельки его не интересовали, только золото. Милиции известно лишь несколько потерпевших, но, говорят, жертв намного больше. Знакомая история или человек на фото? Звоните. Номера телефонов на экране.